давай, поднимаем и держать будем кабину. Давай вот здесь по углам становись. Ты? Так становись, ты с угла, я с угла будем держать, чтобы она не упала вниз. Да, 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 будем за зеркала придерживать, потому что... Ну, близко не подходи, мало ли не. Привет, привет, машинка сломалась наша. Остановились помогать, там перекрыли, чтобы ветер не так дул. Казахстан. Ролик оборвало, сейчас будем менять. Придерживать будем кабину, чтобы... обратно, но это не моя машина, моя, это я на помощь остановился. Вот я и коллега остановился. Коллеге будем помогать. Будем просто придерживать немножко кабину, чтобы ветром не оборвало. Ай, ветерочек. Холодно, вроде бы мороз небольшой, но холодно. Ну чё, сколько она пошла? А, идет. Ну давай, мы будем все-таки прикрыл там нормально, видишь? Закрыл оно. Не такой ветер. Давай, Артём, ты если что, здесь стороны придерживай, я здесь стану. Ну, тут давай с углов хотя бы держать будем. Да-да, парни в Казахстане. Сейчас вот поднимем кабину. Стоим, придерживаем немножко, чтобы порывом ветра ее не оторвало. Потому что там закрыли машиной, перекрыли, чтобы не так ветер разгонялся. Будем менять ролик в скании. Ну, потихоньку начинает идти. Держи, держи. Ты, главное, если что, в сторону отходи. Ты говоришь, главное, чтобы она на нас не упала. Видишь, ветром подхватывает начинает. Уже чувствуется, толкает. Там коллега поднимает, а мы придерживаем вдвоем. Со вчерашнего дня стоит, привезли ему ролик. Ролик натяжной. На ремень, который помпу крутит. Сейчас покажу. Спасибо за лайки, ребят. Держи, 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 Артём, чтобы она плавно пошла, а я буду держать здесь. А, она уже идет потихоньку, да? Да, 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 держи, 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 плавно. Плавно, плавно, держим, 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 держим. Пошла, 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 блядь, пошла, сука. О, легла почти, да? Все, легла? Да, трубки, трубки дубовые, конечно, видишь? Так. Этот ролик. Где? Она вообще рассыпался, да? А, это... Где он? А, ну да. А, ну конечно, ему уже. Свою отжил тут уже. О. Говорят, есть куда на нем поедешь. Хорошо, водитель опытный. Опытный. Заметил вовремя, что жизнь дала трещину. А так бы лег бы этот двигатель в Скании. Вот легко, хорошо, что еще такой в доступном месте стоит, да? Ну, не, ремень нормальный. Давай ролик с той стороны. А, ну все, он заклинил. А, все, он уже все. Не работает, все понятно. Давай, неси тот. А, так это какой-то интересный. Ну, смотри-ка, такой или нет. Где тот? Покажи. Похоже хотя бы. А, переверни. А, только у этого какой-то стопор там тоже есть? А, вон, с той стороны все. Ну, это и стопор, я так понимаю, пружина задержится. Ну, наверное, да. Такой, да, такой. Такой? Ну все, закидывай. А ремень нормальный? Где сломались? Стоим от колбота у километров 30.
Что там что-то придержать может? Мы из Беларуси сами. А? Это спрашивают, откуда мы из Беларуси, говорю. А он натягивается там как? Там нету стопора случайно? А есть, есть. Вот это надо сейчас. Здорово, парни, что случилось? Ролик меняем, спасибо. На помпу. Помощь надо, нет. Не-не, спасибо, спасибо. Спасибо, давай. Ну, коллега остановился, помочь. Спросил, помощь предложил. Двоечка. Да, сломались, делаем. О, двоечка остановился. Ехал. Перекрыли тут немножко прицепом, чтобы не так задувало. Дырки эти, блядь. Ничего так просто. А что там? Ну там его надо в пас попасть надо. Ну, там два таких этих, да, усика эти, которые торчат. Один. Что у вас попасть? Сразу видно, давно дома не был, попасть не можешь. Едь уже домой. Не, недавно, с вчерашнего дня. С вчерашнего дня ты стоишь, да? Да, да. С вчерашнего дня. Бля, как его подожди? Сейчас проблема будет натянуть. Так вот я себе про это и говорю, как он там меняется, как он там натягивается. Подожди, я сейчас без ремня попробую. Вот а так. Если, да, потом попробовать его и ремень накинуть, да? Нет, так ремень снимать не надо же, наверное, потом. Его, короче, знаешь... Привет, привет, Настя. Липская. Это Артемка. А так ставится? Да, он тогда ставится. А натянуть его потом можно будет. Ну, хрена себе. Не, слушай, вот это мне кажется черненькое. Это может ее нажимать нужно? Что это такое черное? Нет, а, это пружина. А, это сама пружина. Слушай, ну он, наверное, стоит в рабочем состоянии. Да, его надо, короче, закручивать, как-то натягивать. Вот это, я так понимаю. Да. А он вниз или вверх? Вверх. Его да, надо да, вот да. Сюда вот натягивать. Вверх. Так ты его без ремня ставь. А ремень потом поставить. А потом его вот так вот натянем и ремень накинем. Это типа как вот в аудюхе у меня меняется. Только там стопор ставится. Ну ты же там натягиваешь, стопор ставишь. Я не менял, не надо. Ну я менял. Там стопор ставится. Видишь, там я не знаю, как подлезть. А потом что, не залезем туда? Не знаю, сейчас попробуем еще. Дай-ка гляну. Стой, подожди, стой. Так. Ага. Так. Ну, блядь, да. Так себе, конечно, туда потом залазить. Короче, нужно будет вдвоем натягивать этот. Сейчас ключом прикручу. Разведу этот. И надо будет, чтобы кто-то... Так без проблем, но... Я не знаю. Ну, ты на... Короче. Ставь пока я туда. По поводу ветра. Холода, ветер очень холодный. Очень холодный ветер. Пробуй так, а потом будем, да, как-то пробовать. Без ремня вот он стоит, как у чего. Так ось вот. Так а этот, ремень нужно будет, да? Да, нужно будет. А ремень. Как его? Давай. Не-не, это не моя, моя вон там стоит. Вот туда нужно будет. Туда. Так а куда сейчас надо? Что надо делать? Ремень. Говори. Смотри, как-то надо будет. Давай я тут нажму на ключ, подожди, а ты ремень вставляй. Нет, да он-то пойдет. Так давай я здесь подержу, а ты ремень закидывай. Давай. Давай. Отпусти, расслабь. До давай. Самого конца давай. Ой, я себе. Надо было, может, фомку какую-то. Блядь. А на него не одевается фомка? У тебя трубка есть? Трубку какую-нибудь. Нету трубки. Ну, блядь. Смотри только его, чтобы он скучил не на руки. Подожди, стой. Надо какой-то трубкой или подожди, или чуть-чуть ниже его. Чтобы, подожди, сейчас я чуть ниже, чтобы у меня... Ребро жесткости давай. Было побольше, чтобы я всем весом повис на него. Сейчас я сюда залезу выше. Только не сильно, давай. Опа! О, вот все. Так, нормально. Отлично. А еще давай. Давай. Все, держу. Не видно, держу.
Артём, смотри, чтобы здесь ремень не соскочил. Да, да. Всё ровненько стоит. С моей стороны смотри. Зашел, нет? Подожди, стой. Если он идет вот так, отпусти. Ага, сейчас, подожди. Ого. Не натянулся. Не, не, сейчас надо... Убери вообще ключ, подожди. Достанем. Достал. Вот отсюда надо снять его просто и все. Откуда? С этого шкива. Отделим и закинем. Я понял. Что ты видишь? Ну, попробуй так сделать. Сейчас, сейчас, сейчас. А потом ключом ты, Миша, да перехватить. Да. Давай так попробуем. Болт, давай. Да, вот такой болт там. Здесь? Да, да, да. Наоборот, на шкив сюда его кверху потянем. Давай. Вот так или на себя натянуть? Сейчас, сейчас, сейчас. Вот так, да? Сейчас. Ну, кто-то груженый, кто-то пустой. Неудобно, не верю. Блядь, он там уже соскакивает, с той стороны уже. Я его снял специально, чтобы я по-другому его не поставлю. Сейчас здесь закрепить. Все, я понял. Где болт? О, у меня в руке. Да я его сейчас наживлю. Стой, стой, здесь зажим. Ага. Так, ну что теперь? Сейчас, подожди. Сейчас. Здесь главное его поставить все ровненько. Ты поснимаешь со стороны. Держи, просто торс держи. Ну, я что, встану даже. Не, ну зажми сначала. Чтобы еще респовый гербец. Вот, вот, я об этом подумал. Это в семье на сервисе. Есть респовый герметик. Да, ну, по сути, никуда не денется. Но... Привет, привет, Караганда. Там, вон он. Беги, беги. Мы из Беларуси. Это где? В Казахстане, от Колбатау недалеко стоим. Слушай, ну что, попробуй запустить.
спросил. Ну попробуй, да. Пускай кабина. А я думаю, а если мы с поднятой кабиной по ключу дадим? Так я про что и говорю, не опуская кабину. Ну так я же говорю, попробуй по ключу, дай тихонько. А я тут в сторонке стану. Ну, вроде бы все везде нормально, да? Визуально все село. Снимайте все что. Так, там подожди. Все поубирали, все убрал. Все, давай пробуй. Залезешь? Запуск из кабины. Давай я дверь придержу. Давай, 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 давай. Опа! Опа, давай! О, бля! Руль, наверное, заблокировался. Подергай руль. Давай. О, есть жизнь. Ну что там? Нормально, ну и все. Опа, давай, закрываем. Опа. Ну все, давай опускать. Подожди, я залезу, посмотрю еще. Да, перепроверь. Ты зажал нормально, да? Тут люди спрашивают, ты что так испугался, в туалет побежал? Да, да, завелась, завелась. Самое главное, что завелась. Ну тут нормально, все по ручейкам стоит. Еще нормально. Да, да, Настя, давно меня не было. Не было чего показывать, рассказывать. Сейчас на Китай еду, как всегда, экшен будет. С Китая много чего будет рассказать. Не-не, это не Актюбинская область. Что-то у тебя тут шторка болтается чуть-чуть. Там перекрыли, чтобы ветер не так дул. Ну, сейчас человека отправим, а сами на достык. Все верно. Сколько мороза? Мороза немного, ветер очень сильный. Сильный ветер, за счет ветра очень холодно. Такой пронизывающий. Ребят, буду выходить, машинку отремонтировали. Все, хорошо. Всем спасибо за просмотр. Доеду до Китая, из Китая выйду на связь. Так это, наверное, уже мешает.